Куся! Игать! Так, ну так ты, конечно, в комнату не пойдешь. Надо тебя вытереть. Игрушки! Невкусно! Сейчас ты у меня по попе получишь и быстро пошуруешь спать. Лена, Лена, я добыла памперсы. Вот два на любой размерчик. А что там Толик плачет? Лена его что, успокоить не может? Лена! Ты где? Ты что, ребенка успокоить не можешь? Это что, то, о чем я думаю? Неужели Лена меня кинула? Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ладно, этот плащ меня уже выводит из себя. Надо быстрее Толику памперс поменять. Так, тише, тише. Придется памперсы менять. И как они меняются? Так, но этот размерчик, по-моему, будет маловат. А вот этот вот в самый раз. Ребята, у вас есть младшие братья или сестры? И вы когда-нибудь меняли памперсы? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, а я попробую как-нибудь. Так, ну вроде бы получилось. Могу, хорошо, могу. И что же мне дальше с тобой делать, Толичек? Игорь, Игорь! Постой, постой, какое играть? Куда ты пополз? Играть, играть хочу. Ребята, и что мне делать теперь с ним? Как играть? Подскажите, пожалуйста, напишите в комментариях. Игорь! Что тебе дать? Вот, на, оп, и пощелкай. Какая игрушка! Эй, ты куда пополз? Наверное, на кухню. Проголодался, кушать хочет. Маленький переросток, ты что, кушать хочешь? Ну и чем же мне тебя кормить? И что мне тебе дать? О, чипсы! Все дети любят чипсы. Блин, ну он же маленький, а там куча приправ. Может, ему вредно? Так, отдай сюда. Чипсы тебе вредно, ты еще маленький. Так, чем же мама Илинку в детстве кормила? А, точно, кашками сейчас сварю. Овсяная каша, думаю, в этой ситуации сгодится. Скоро я буду кашку кушать. Блин, по полу катается. Не дай бог, сейчас головку повредит. А я слышала, что маленькие детки обязательно должны быть в головном уборе. Сейчас пойду поищу. Вот, по-моему, самое то. И как раз за это время кашка заварилась. Так, все, давай садись за стул, кашка уже готова. Ну, бери ложку, кушай. Ну ладно, ты ж не будешь сам кушать. Тебе что, невкусно? Я вообще-то очень старалась. А, горячая, сейчас подую. Ой, молодец, и последняя ложечка. Фух, ребята, ребенка накормить, это еще тот квест. Куся! Да уж, какой-то ты свинтус у нас. Так неаккуратно кушал. Игорь! Так, ну так ты, конечно, в комнату не пойдешь, надо тебя вытереть. Еще чуть-чуть. Ну, у меня получается ухаживать за маленьким ребенком. Ну все, теперь можно идти играть. Так, ты пока беги, а я пока за тобой посуду помою. Да где это Лена? Я уже устала за этим Толиком ухаживать. Ребята, по-моему, Толика надо срочно возвращать в свой нормальный возраст,
А то я не хочу всю свою молодость пробыть нянькой для Толика. Ребят, если у вас есть какие-то идеи, то, пожалуйста, напишите в комментариях, а я домой посуду и пойду с Толиком играться. Игрушка! Игрушки! Невкусно! Что-то какая-то подозрительная тишина. А там, где есть дети и тишина, значит, там что-то происходит. А что это ты тут делаешь, маленький? Играю, играю! Толик, ты чё? Ты же еще на полдня уборки сделал! Эй, Толик, цветок – это не игрушка! Это вообще-то для красоты! Это классная игрушка! Так, где твоя соска? По-моему, детям самое время спать! Я хочу спать! Так, не капризничай! Сейчас я схожу за соской, а ты бегом спать! Спрятался. Так, а вот и соска. Сейчас он будет спать, а мне самой придется убирать за ним. Толик, а где ты делся? Эй, ребенок, ты что, надумал от меня прятаться? Эй, Толик, ау, ты где? А вот и наш ребенок. А ну-ка быстро спать. Не-а. Никаких не, а быстро спать. А ну вылазь! Не, хочу тут спать. Ты тут спать 100% не будешь. Это не место для сна, особенно для таких маленьких, как ты. Ты что, издеваться надо мной надумал? Сейчас ты у меня по попе получишь и быстро пошуруешь спать. Иди. Так бы и сразу, а то капризничаешь, как маленький ребенок. А, забыла, ты же и есть у нас маленький ребенок. О, заснул мигом. Ну, понятное дело, и наелся, и наигрался, и набегался. Как хорошо быть маленьким. Ты сейчас нашкодничал и спишь. А мне сейчас вот это вот все убирать надо. Ой, ну наконец-то прибрала. О нет, да неужели этот ребенок уже проснулся? Нянька, хочу кушать и играть. У меня что, уже нету личного времени на себя? Только опять кушать, опять играть, а потом еще, возможно, убирать. Сейчас, подожди, я мусор выкину. Игрушка! Ребенок, ты что? Боже, в кого превратился Толик? Ребята, новое продолжение смотрите в следующей серии. А мне пора ноги уносить. В него какой-то бес вселился. Ну а вы были на канале Crazy Show. Всем пока!